Здравствуйте, меня зовут Башак Каракаш. Я студентка третьего курса бакалавриата направления фортепианного искусства кафедры музыки Государственной консерватории Анатолийского университета. Наши основные дисциплины – это инструмент, оркестр, камерная музыка, фоновые знания, фортепианная литература и история музыки. В нашем учебном заведении есть учебная аудитория и концертные залы. После окончания учебы вы можете стать солистами, работать в оркестре или преподавать в академических кругах. Я выбрала эту кафедру, потому что очень люблю искусство, музыку и фортепиано. Я выбрала Анатолийский университет, потому что это хорошо зарекомендовавший себя университет и потому что я хочу получить хорошее образование. После окончания учебы я стремлюсь продолжить академическое образование и стать академиком и в то же время заниматься сольной карьерой. Я рекомендую абитуриентам, которые выберут нашу кафедру, использовать все возможности нашего университета сполна. Желаю успехов абитуриентам, которые будут сдавать экзамен.